Аким города Еркебулан Баяхметов с рабочим визитом посетил КСП «Южный-2» и оценил ущерб, нанесенный городу ураганом, обрушившимся на Акмолинскую область 7 апреля. Шквальные порывы ветра скоростью более 30 метров в секунду нанесли значительные повреждения кровлям 2 многоэтажных жилых домов 4 микрорайона. Глава города пообещал, что Акимат окажет помощь в устранении повреждений строительными материалами. Основной же ремонт поврежденных участков будет осуществлен силами КСП и жителей домов. Также городоначальник осмотрел работу по дезинфекции подъездов жилых домов и уборке улиц. Далее Еркебулан Баяхметов посетил блокпост, на котором дежурит группа активистов из общественных объединений города. Как отметил председатель общественного объединения Союза ветеранов ВДВ «Десантное братство» Владимир Советов, в планах дежурить не только днем, но и в ночную смену, совместно с сотрудниками полиции. Аким поблагодарил активистов за оказание поддержки властям города. Следующим объектом посещения стал блокпост, расположенный в сторону поселка Бестюбе. Еркебулан Баяхметов переговорил с сотрудниками полиции, находящимися в этот момент на дежурстве. Обсудил с ними график работы, порядок проведения осмотра автомашин и другие актуальные вопросы. Также глава города поинтересовался условиями питания и дежурства в целом. Далее аким города посетил ряд объектов торговли. Учитывая многочисленные комментарии о росте цен на продуктовые товары, в том числе мясо КРС, Еркебулан Баяхметов лично проинспектировал ценообразование в супермаркете «Смол», на городском рынке, а также в торговом центре «Казахстан». Глава города поручил отделу предпринимательства проконтролировать цены в частных торговых точках, не допустить их повышения. В завершении глава города посетил городскую аптеку, ознакомился с текущей ситуацией по наличию защитных средств. По словам представителя аптеки, на данный момент имеется достаточный запас масок и антисептических средств, но существует значительный дефицит медицинских перчаток.